Здравствуйте, ребята! Сегодня мы поговорим о свойствах параболы. Давайте вспомним свойства самого простого вида квадратичной функции y равно x квадрат. Областью определения функции y равно x квадрат является множество всех действительных чисел, то есть область определения x принадлежит от минус бесконечности до плюс бесконечности. Множеством значений данной функции является промежуток от 0 до плюс бесконечности. Функция y равно x квадрат является четной, ее график симметричен относительно оси ОY. Функция не периодическая. Парабола y равно x квадрат имеет с осями координат единственную общую точку, точку с координатами 0,0, начало координат. Значение аргумента x равно 0 является нулем функции. Функция принимает положительные значения на промежутке от минус бесконечности до нуля и от нуля до плюс бесконечности, то есть все точки параболы, кроме начала координат. На промежутке от минус бесконечности до нуля функция убывающая, а на промежутке от нуля до плюс бесконечности возрастающая. Точка с координатами 0,0 является точкой минимума. В этой же точке функция принимает свое минимальное значение x равно нулю. Определять свойства функции y равно ax квадрат плюс bx плюс c сложнее. Давайте научимся это делать на практическом примере. Существует алгоритм определения свойств функции. Рекомендуем всегда следовать этому порядку действий во избежание ошибок. Определим свойства функции y равно x квадрат минус 10x плюс 24 по ее графику. Найдем область определения функции. Область определения функции – это множество всех допустимых значений аргумента x. Проецируем каждую точку параболы на ось ОХ и видим, что область определения данной функции от минус бесконечности до плюс бесконечности. Область значений функции – это множество всех ее значений, которые она принимает при переборе x из области определения. Проецируем каждую точку параболы на ось ОY и видим, что область значения от минус единицы до плюс бесконечности. Точки пересечения графика функции с осями координат найти на графике несложно. Нужно только правильно написать координаты этих точек. Запомните, координата точки по оси ОХ занимает первое место в скобке. Координата точки по оси ОY занимает второе место в скобке. Точки пересечения графика с осью ОХ называются нулями функции. Точки пересечения графика с осью ОY называются нулями аргумента. Точки пересечения графика функции y равно x квадрат минус 10x плюс 24 с осью ОХ – это точки с координатами 4, 0 и 6, 0. Точка пересечения данного графика с осью ОY – это точка с координатами 0, 24. Промежутки знака постоянства функции – это значение всех x, при которых функция принимает положительные или отрицательные значения. Выделим цветом ту часть параболы, которая находится выше оси ОY, и спроецируем каждую точку этой части на ось ОХ. И видим, что y больше нуля при x, принадлежащем от минус бесконечности до 4 и от 6 до плюс бесконечности. Выделим цветом ту часть параболы, которая находится ниже оси ОY, и спроецируем каждую точку этой части на ось ОХ. И видим, что y меньше нуля при x, принадлежащем от 4 до 6. Промежутки монотонности функции – это значение всех x, при которых функция возрастает или убывает. Выделим цветом возрастающую ветвь параболы и спроецируем каждую точку этой ветви на ось ОХ. И видим, что y от x возрастает при x, принадлежащем от 5 до плюс бесконечности. Выделим цветом убывающую часть параболы и спроецируем каждую точку этой части на ось ox. И видим, что y от x убывает при x, принадлежащем от минус бесконечности до 5. Точка экстремума функции – это точка перехода от возрастания функции к убыванию или от убывания функции к возрастанию. Так как в точке x равно 5 функция совершает переход от убывания к возрастанию, то данная точка является точкой минимума.
Наибольшее значение функции – это самое большое значение ординаты. На графике это самая высокая точка. Наименьшее значение функции – это самое маленькое значение ординаты. На графике это самая низкая точка. Так как самая низкая точка графика – это точка А с координатами 5 и минус 1, то наименьшее значение функции равно минус 1. Мы определили свойства функции, глядя на ее график. Другими словами, мы исследовали функцию при помощи графика. И это все нам нужно выучить? Да, Ангелина. Каждый ученик 8 класса должен уметь строить график квадратичной функции и по графику уметь определять ее свойства. Это требование программы. Татьяна Александровна, если мы будем знать практическое применение этих свойств, то нам гораздо интереснее будет их учить. Я согласна, Даниил. Давайте узнаем практическое применение свойств параболы и изучим еще одно очень интересное ее свойство. Одним из важных практически применимых свойств параболы является ее оптическое свойство. Оно заключается в том, что пучок лучей параллельных оси параболы, отражаясь от ее сторон, собирается в фокусе. И наоборот, свет от источника, находящегося в фокусе, отражается параболой в пучок параллельных ее оси лучей. Поэтому в параболических устройствах исходящий поток лучей более мощный и направленный, а входящий более точный и емкий. Это свойство параболы люди научились использовать и применять во многих устройствах. Например, солнечные параболические печи используют для приготовления и разогрева пищи. А большую солнечную параболическую печь во Франции, которая собирает концентрированную солнечную энергию для получения высоких температур до 3500 градусов по Цельсию, используют для расплавки стали, выработки водородного топлива, электроэнергии, наноматериалов. Параболические антенны и микрофоны на сегодня являются самым мощным вариантом для приема сигнала. Параболические рефлекторы и отражатели применяются в разных сферах деятельности человека, так как имеют преимущество перед другими их видами, позволяют управлять светом различными способами. Параболические солнечные электростанции на сегодняшний день одна из наиболее перспективных энергетических технологий. Например, в пустыне штата Калифорния в 80-е годы 20 века было сооружено 9 электростанций на параболических концентраторах с суммарной мощностью 354 мегаватт. Еще одно практически применимое свойство параболы заключается в том, что поверхности на основе параболы являются линейчатыми, то есть их можно получить при помощи прямых линий. Это свойство повсеместно используют в строительстве зданий и сооружений. А параболические арки представляют собой эффективный метод нагрузки, поэтому их можно найти в мостах и в архитектуре в самых различных формах. Насколько изобретательный человек, опираясь всего на одно оптическое свойство, изобрел столько устройств? Да, Ангелина, но это оптическое свойство параболы следует из других ее свойств. А для того, чтобы узнать не только о параболических, но и о сферических зеркалах, давайте заглянем на урок физики.
Кроме параболических зеркал, существуют сферические зеркала. При этом зеркала, соответственно, могут быть выпуклые и вогнутые. В повседневной жизни вы не раз наблюдали отражение света, например, от стеклянного игрушечного шара и от выпуклой вогнутой поверхности столовой и чайной ложек, а также от других сферических зеркальных поверхностей. Почему и как получаются причудливые изображения предметов в сферических зеркалах? Рассмотрим вначале свойства таких зеркал. Сферические зеркала находят широкое применение на практике. Так, вогнутые зеркала используются как увеличительное стекло. Из-за широкого поля обозрения выпуклые зеркала используются в торговых залах, чтобы продавцы могли наблюдать за большой площадью магазина. Ребята, приведите свои примеры применения вогнутых и выпуклых зеркал. Выпуклыми являются боковые зеркала автомашины и зеркала заднего вида, для того, чтобы водитель, сидя на месте, видел все, что его окружает. Вогнутое зеркало дает сходящийся пучок лучей, поэтому его используют офтальмологи, отоларингологи и стоматологи, для того, чтобы рассмотреть недоступные глазу части органов. Давайте заглянем на урок биологии. Я снова рада видеть вас и, конечно же, очень хочу вместе с вами отправиться на поиски того, где сама природа продумала различные вогнутые формы, и попытаться понять, для чего нужны такие формы живым организмам. Посмотрите, пожалуйста, на фотографии микропрепаратов крови человека и лягушки. Вы видите форменные элементы эритроцитов. Сравните, чем они отличаются между собой. Эритроциты человека имеют округлую форму и вогнутую, а эритроциты лягушки – овальную форму. Эритроциты человека более мелкие и их больше, а эритроциты лягушки крупнее и их меньшее количество. У эритроцитов человека нет ядра, а у эритроцитов лягушки есть. Да, действительно, вы абсолютно верно заметили эти отличия. Эритроциты крови лягушки гораздо больше, чем эритроциты человека. Эритроциты у лягушки имеют размер 10-11 микрометров, а у человека всего 7-8. Количество эритроцитов в одном кубическом миллиметре может доходить до 5 миллионов, а у лягушки всего 2. Нужно отметить, что у людей, живущих в условиях высокогорья, где отмечается нехватка кислорода в воздухе, количество эритроцитов в крови будет гораздо больше, чем у людей, живущих в других условиях. У эритроцитов человека нет ядра, а у лягушки они есть. У человека эритроциты утратились в процессе эволюции. Это необходимо было для того, чтобы увеличить их емкость для размещения гемоглобина, который может связываться с кислородом, углекислым газом и угарным газом. Благодаря такому свойству эритроциты человека могут переносить больше кислорода за единицу времени по сравнению с кровью лягушки. Человек нуждается в большем количестве крови, так как ведет более активный образ жизни. У земноводных есть такое свойство, как поглощать кислород всей поверхностью кожи. Эритроциты имеют не просто вогнутую форму, а форму двояко вогнутого диска. Такая форма в лучшей степени способствует переносу дыхательных газов за счет увеличения поверхности в 1,7 раза по сравнению с тем, если бы они имели форму шара. Таким образом, именно благодаря двухсторонней вогнутой форме эритроцитов обеспечиваются важные процессы жизнедеятельности в нашем организме и в организме других млекопитающих. А теперь посмотрите на другое изображение эритроцитов. Здесь вы тоже видите вогнутую форму. Такие эритроциты, благодаря своей форме, называются серповидными. Впервые они были обнаружены в 1910 году у студента представителя негроидной расы, страдающего анемией. Анемия – это когда у человека малое количество эритроцитов либо малое количество гемоглобина, который присоединяет кислород. Серповидные клетки увеличивают вязкость крови и мешают нормальной циркуляции небольших кровеносных сосудов. Также нарушается пластичность эритроцитов, что делает невозможным их прохождение по узким капиллярам. Такое заболевание называется серповидно-клеточная анемия. Заболевание данное пожизненное, оно сокращает среднюю продолжительность жизни. Удивительно, как все взаимосвязано в окружающем мире и в природе. Сколько различных устройств используют одно и то же свойство. Причем это же свойство использует и организм человека. Да, ребята, я согласна с вами. Мир науки интересен и удивителен. И в нем всегда найдется место новым открытиям. Ребята, подумайте. А какое открытие или свойство могло бы удивить вас?